вспоминаем Бриджит Джонс, понимаете, который сидит перед телевизором, ревет в три ручья и, значит, поглощает мороженое. Вот. Это что такое? Это способ справиться с тревогой и с беспокойством. А стресс, как мы с вами уже хорошо знаем, это то, что приводит к активизации симпатической вегетативной нервной системы, у вас повышается сердцебиение, и вы как бы нуждаетесь в большем количестве пищи, да, для того, чтобы всю эту психическую активность поддерживать. С другой стороны, когда вы начинаете есть, у вас включаются отделы парасимпатической вегетативной нервной системы, то есть у вас включается пищеварительный тракт и так далее. И дальше вы оказываетесь на этих качелях тревоги, заедания там, и так далее. Наша задача — начать менять пищевое поведение таким образом, чтобы не вызывать у себя чувство паники, чувство ужаса, чувство какого-то, значит, напряжения.